и Sportbets.com. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. И Sportbets.com. Живой азарт и холодный расчет. Что ж, друзья, еще раз всем привет. Ого. Наверное, что стоит сказать? Ну, мы видели с вами сейчас игру команды Virtus.pro на карте Денюк, на пике датской команды. Действительно великолепный результат. ВП находится сейчас, по-моему, в очень хорошей форме. Перед вот этой встречей я еще спрашивал в обязательном порядке у Кирилла Карасева по поводу того, что он думает по поводу их формы, потому что они с ними провели, по-моему, первую тренировку. Ничего конкретного не сказал, но, как вот показала практика, все-таки Virtus.pro сейчас намерены действовать и действовать, по-моему, в лучших традициях соревновательного Counter-Strike. Мы с вами смотрим группу Б. Я вам напомню, друзья, и можно, наверное, сейчас посмотреть группы, чтобы освежить вашу память, и вы понимали вообще, кто где находится. Напомню вам, что в этом сезоне новая система проведения, и команды, которые занимают четвертые места в группе, прощаются с чемпионатом. Да-да-да, вы не ошиблись, Эпсилон попрощались с чемпионатом. ГГВП попадает в сетку последнего шанса, ну а первые и вторые места проходят во второй групповой этап. В группе Б ситуация, в принципе, выглядит весьма интересно, но вот, знаете, развязка будет нам известна, и даже говорить про нее уже можно будет уже завтра, потому что завтра будет тот самый день, когда команде HellRaisers предстоит сражаться на совесть. Ну и то же самое, по-моему, предстоит сделать и другим командам. Ну вот датчане, в свою очередь, обыграли Penta Sports, что вызвало... Не знаю, ну, может, для кого-то удивление, но в игре, опять же, у них был очень скользкий матч, и та и другая команда могла переиграть друг друга, но все закончилось в пользу ребят из команды ДТ. Это экс-Копенгаген Вульфс. Команда Virtus.pro, в свою очередь, провела очень такой спокойный пик-карт. Вот пик Коблстоуна как раз-таки по инициативе Virtus.pro произошел по непонятной причине. Опять же, можно было играть Мираж второй картой, но ребята пошли вот на такие вот сложности и решили все-таки отыграть именно Коблстоун. Что ж, у нас начинается встреча, начнется все с найф-раунда. И в обязательном порядке мы с вами будем смотреть за происходящим. Так, ну что ж, вот сейчас хотел узнать результаты квалификации на Faceit. И как оказалось, там второй матч тоже отменили, потому что Guardian подвергся любви своих болельщиков или не болельщиков. Ну что ж, Коблстоун, сложная карта, и Virtus.pro будут играть ее по своей инициативе. Пока на сайт-пике они показывают только то, что к ножевому раунду они готовы больше, чем, наверное, даже к карте Денюк и к ножам на нюке. Хотя те ножи они тоже взяли. Что ж, ВП... 5 против 1, я не знаю, каким чудом здесь может потащить Ника, но все очень-очень быстро для него заканчивается. 1-0, и ВП, по-моему... пишет Кайрбай. Ну, знаете, это такая карта, где, конечно, сторона защиты имеет колоссальное преимущество.
Но если вы вспомните матчапы НИП против Фнатик, то там можно было бы и поспорить даже, потому что, к примеру, команда Фнатик НИПов просто раздавила на этой карте, если я не ошибаюсь, это еще было... А, нет, наоборот было. НИП раздавили на этой карте Фнатика в то время, когда те были в очень великолепной форме. И, кстати, НИП показывали интересные модели атаки. Но здесь все стандартно, на самом-то деле, если глянуть на карту, на апленд можно зайти вот отсюда. И вот отсюда. Также вы можете просочиться на апленд, пройдя вот здесь целое, не знаю, противостояние через нычку. На бэпленд также пара выходов. Ну и первый пистолетный раунд. Virtus.pro защищаются. Давайте смотреть, как будут, наверное, атаковать датчане, потому что это очень-очень важный раунд. Ну, если они берут первый пистолетный, то они могут, в принципе, взять следующие два раунда, играя просто на дальних дистанциях, потому что они здесь в среднем и будут, только дальние. В упор здесь вряд ли кто-то кого-то пустит. Так, ну и Virtus.pro, интересно, Snakes. Вот это да! Сразу же зарашили мидл вдвоем. Будут пытаться уходить через дополнительный туннель. Друзья, кто вот помнит старый Cobalt, тот помнит, что на старом Cobblestone в мидле этого нет. И посмотрите, что делают датчане. Эйзи просто человек-торпеда. Он уже, не знаю, оказался молниеносно в спине у своего оппонента. Натворил делов, ставится бомба на планте. У Virtus.pro пока что на Б идет какая-то игра самим с собой. Ну и вот на ровном месте ставится бомба. 3 в 5. Ника бежит отдаваться. Собирает инфу. Говорит, что это ретейк. Датский коллектив готов защищать этот плент. Но Паша действует очень агрессивно, кстати. Паша. Бомба, кстати, стоит опять же на атаку. Поэтому все должно у Эйзи получаться в этом раунде. Уже есть x2. В него залетает декой. Его пытается поджать Снекс. Virtus.pro в меньшинстве в ситуации 3 в 5 выбивает бомбу. Как, я не знаю просто. Датская команда, наверное, сама не ожидала, что им удастся вообще все это провернуть, всю эту миссию поставить бомбу. Ну и первые пистолетные ребята не берут. Это плохо. Вот сейчас будет интересно, будут ли они делать волевой бай, чтобы сыграть от одного АКМа. Ну, 2-9 есть, 2-6. 2-7 нет. Один калаш это не два, поэтому да, решили просто сыграть один простой экономический раунд. Друзья, коэффициенты этого матча еще раз на ваших экранах. Вы, в принципе, перед первой картой уже ознакомились с ними. Тем не менее, чтобы закрепить эту информацию, она перед вами. Нео. Минус Эйзи. А, ну теперь... Настало твое время, Валера, сказал Снекс. Достал кольт и сделал дело. Фетиш. Фетиш тоже ничего не сделал. Кстати, если вам интересно, я могу чуть попозже вот озвучить, наверное, уже после матча, может, даже где-то выложу, как они в скайпе общались, это было достаточно весело, потому что предела радости у датчан вообще не было. Когда они узнали, что второй картой будет Cobblestone, а первый нюк, и по их инициативе все будет развиваться, хороший пик для них, но не тут-то было, Virtus.pro даже десятки не отдали на нюке. Что ж... ДТшки бегут фастом под Б. Плент, скорее всего, будет десант вот в этот вот X-рум. Тас! Почти минус 3. 50 хп остается у Кейрбая. Он пробивается. Бомбу, по-моему, тоже видели игроки команды Virtus.pro. Снекс просто дожидается своего соперника. Ну и оставшееся звено Пим плюс Ведиш, которые пытались разыграть в медле. Не добились желаемого результата, и Пимп идет сейчас бомбить апленд. На пленте пусто. Укрепление УВП просто колоссальное на бэшке. Бомба лежит рядом. Пимп. Ну, о позиции Снекса ему было известно, либо у датчан что-то не прошло по инфе. 3-0. Так, ну что ж, забежал ко мне тут Кван, отсчитался за фейсет отборочные. Ну, тем временем просто проходил эко, поэтому вы сами все прекрасно видели, у Virtus.pro вообще проблем не возникло. И первый девайсный раунд. Экономика Снекса 9-9, 7-4, Бьёли. У Паши бицепса, по-моему, тоже все в порядке, да, 8-250. Никто из них не берет снайперскую винтовку. Virtus.pro будет стараться играть сейчас до контакта, ну и изоляции в медле с первых секунд этого раунда.
В общем, датчане пытаются найти здесь хоть что-то дайте этим ребятам, с чего начать атаку. По-моему, они пока не понимают. Ну, дефолтные позиции они, конечно же, прогренивают. Кстати, кто помнит, вот на классическом Cobblestone здесь целое помещение, а тут всего лишь дырка и вот такой вот диванчик из дерева. Но опять же, выйдя в это в окно, по-моему, слишком велик риск, что вы получите пулю в лоб. Датчане начинают продвигаться через центр. На Б в этот момент мы видим то, что Эйзи тоже стоит в контактной позиции, пытаясь на дальней дистанции по кому-то попасть, либо начекать. Кирбай проходит в правое ложное. Опять же, проходит туда на шифте. Снэкс об этом не подозревает, но по таймингу, по-моему, он понял то, что мид могли уже просто сейчас зайти. Ну и расклад выглядит следующим образом. То, что вся банда прошла сейчас просто на шифтах под Нео. Ого! И смотрите, идут. В этот момент два игрока атакуют Б. Здесь уже тоже есть двое. Бомба продвигается вместе с Пимпом. И это будет фейк-раунд, друзья. Снэк справляется с выходом на аплент. Забирает Кирбая в фетиша. Датчане приступает к атаке на Б. Бьёли подлавливает. Подлавливает десант. И в этот момент датская команда не успела сориентироваться и дойти до плента. 5-0. По-моему, эта катка будет очень быстро. Это действительно, это будет не матч, это будет катка. Вот, дайте, матч это... Матч был вчера у болгарской команды. Кстати, Нави вели у болгар со счетом 11-2. И после чего был задошен словак, и матч тоже перенесли. Ну, в общем, фейсит и их квалификации будут доигрываться в следующий раз. Кстати, их, по-моему, тоже будет для вас освещать Кван, либо Тафа. Может быть, Юрец, может, я. Просто пока непонятно. Ну, я понял, в общем, у датчан нечего предложить, по-моему, за нападение, кроме вот таких агрессивных перестрелок. И то, посмотрите, у них два игрока уже в спине. При том, что датчане даже не знают, даже не догадываются о том, что там уже был проход. Ника на туалете заканчивает выступление в этом раунде. 6-0, Virtus.pro в сухую громят своих соперников. Так это еще... А, вот теперь появляется у Паши АВП. Мы еще не видели АВП с вами, то есть... Эх, датская команда, датская команда. Ну, в ответ датчане тоже дают волевой бай. И просто бегут. Просто бегут на бэплэнд. Ну, кстати, знаете, играя до контакта, рано или поздно вы все равно возьмете свой первый раунд. Поэтому верим в датчан. Но на перекрытие идет Бьёли, пытается убить десант. Одного выцепляет. 3 в 3 ситуация, но в перспективе может здесь закончить раунд. И на Б пленте. Хотя нет, на Б остается Паша, друзья. И выход, по-моему, дефолтный выход будет перекрыт. И Паша! Ошибка! Ошибка в игре на снайперской винтовке. Эйзи его перестреливает, не давая сосредоточиться на своей персоне. И в ситуации 2 в 2 датская команда продолжает атаковать. Фетиш на ровном месте также ловит Нео. Ну и Снэкс, в принципе, здесь мог стать также его жертвой. Игра с ВП от Эйзи на пленте. Снэкс меняет свою позицию, понимая, что здесь уже не выйти сухим из воды, и будет пытаться. Ну и будет пытаться просто хоть как-то вылезти. Что ж, датчанам удалось. Датчанам удалось сыграть качественный раунд. Поздравим их с этим. Так, ну вот бомба, конечно, встала не совсем там, где надо, но у Эйзи остается инициатива. Снэкс боится АВП. В итоге, по-моему, Снэкс, он же знает, что на Б. Он понимает. Он не понимает, где Эйзи. Эйзи Changer Device реализует свой Галил. И как Снэкс смотрел его вообще в другой части карты, абсолютно непонятно. 5 раундов разница. 6-1. Вот вроде Паша взял АВП, но ничего с ним не получилось сделать. Эйзи постарался на славу для своего коллектива. Ника, кстати, получает драгоценный девайс Паши. И при счете 6-1 это нормальный расклад. Вполне возможно, что именно через Ника сейчас попробует открыться. Давайте посмотрим за датским снайпером. Да, играет агрессивно на центре. И сейчас, по-моему, датчане делают раунд НИП. Очень похоже, у них вот что-то такое уже вырисовывалось, когда они играли матч с Фнатик. Опять же, тройка игроков проходит ложный. Ну, ложный, вот, ну, я не знаю, как хотите, коридоры, все что угодно. У нас это просто ложным называлось всегда. Но это было давно неправда, поэтому давайте просто говорить коридор. На самом деле, там есть инфа в КСе дефолтная, там должно быть написано, но мы просто как-то особо Коблу не готовили. Я реально не был готов к Коблу. Потому что в прошлом сезоне, друзья, эту карту вычеркивали все первой. Ее никто не играл, ее никто не хотел играть, о ней даже никто не думал. Ее отыграли вообще, по-моему, за весь соревновательный сезон на трех турнирах, на трех онлайн-лигах. Я имею в виду Star Ladder, Faceit и, разумеется, Frogbite.
И сыграли ее только на фрагбайте, и все. Что ж, ну вот пока у датской команды удается атаковать, при том, что удается атаковать неплохо. Снова они открывают бэплэнд. Паша, конечно, остался с минусом, но шансы на ретейк у поляков крайне маленькие. Правда, Эйзи вот опять же сыграл неосторожно. И спровоцировал Virtus.pro на дальнейшие агрессивные действия. Дальше была ошибка от Кэрбай. Очень важный момент. Вот здесь нужно было выигрывать у Таза перестрелку. Таз начекал. Эйзи знает, где тот находится. Туда залетает граната. Эйзи остается красный. В руках только ВП. Чейнджа девайса просто не будет. Снэкс на уровне выжидает и добивает его в самую последнюю секунду, когда тот уже был готов, казалось бы, уравнять шансы и выигрывать этот клатч 1 на 1. 7-1. 7-1. АВП отправляется на родину к бицепсу. Давайте посмотрим статистику. На начало 9-го раунда Ника, у Ника ничего не получается. Ну вот снайпер, которому не дают стрелять с АВП, конечно. Ну, ему, наверное, сейчас обидно. Фетиш 2-0-8, 3-3-8 пимп. Кайрбай 5-1-8, 5-2-7 Эйзи. Вот. Ох уж этот Эйзи. Так, ну что, на прочность будут проверять снова бэплэнд. Да сейчас они вообще знают, что Б это вторая буква любого алфавита, наверное, кроме какого-нибудь инопланетного. Можно и на разок сходить, но... Ну, посмотрите, у них получается разменивать, что самое главное, но раунд все равно заканчивается для них очень и очень трагичными действиями. Вот проиграть раунд, по-моему, 2 в 2, 2 в 1, когда у тебя стоит бомба, это самое обидное. Особенно для такой карты, как Cobblestone. Потому что тут, если ты бомбу в плент пронес, ты уже, наверное, не знаю, ты уже супергерой. Тебе уже можно поставить медаль и памятник. Но не тут-то было. Так, что ж, отдымление центра. Virtus.pro занимают нагло. Снэкс в антифлэш позиции и будет пытаться ловить на приманочку. Так вот, пытаюсь показать вам Снэкса. Опять же, позиция очень жесткая. Снэкс. Он, по-моему, понимает, что здесь идет просто львиная доля прострелов. Virtus.pro не отдают мид без боя. Тем не менее, датская команда пытается пройти туда, будучи ненаказанной. У Virtus.pro укрепление из трех человек может сейчас сработать. Снэкс продолжает прятаться в углу. Готов вылезти в дым. Выходит на снайпера команды. Бреет первого, второго. Видит третьего игрока. Ставит третью указку. Что творит Снэкс в медле? Просто, просто жесть. На морозе в дым. Граната Фетиша, ну и там его уже ждет ТАСС. Это было эпично. Virtus.pro не проигрывают перестрелки в упоре и грамотно играют. Ну, тут я не знаю, вот это, конечно, не без везения. Все было сделано. Такое ощущение, что интуиция Снэкса просто не подвела. Но такой скилловый прием уже прощать, казалось бы, нельзя. Но вот датчане готовы были бы ответить. Но денег уже нету, экономическая часть начинает страдать. И задача Virtus.pro становится простой и понятной на эту карту. Оу, свести все к максимальному разрыву по количеству раундов. И пока все, в принципе, идет к тому, что ВП хотят оставить датчан с одним очком. Отлично. Давай, да, а четвертый? И четвертый тоже. И четвертый тоже, друзья. Виктор Войтас, минус 3. Белый помог ему расправиться с четвертым игроком нападения, но... Тасс просто неплохо поразвлекался на своей позиции. Ну, это, конечно, забавно, когда у тебя два игрока вот так играют. Обратите внимание, вторым АВП на этой карте решили сделать Нео. С чем это связано, я не знаю, но датчане понимают, что больше тянуть с медлом нельзя. Начинают атаковать крайне агрессивно. Дым по-прежнему все еще актуален. Снэкс его сделал, принимает Супора. В этот момент два игрока рвутся на него сразу, есть размен. Нео взрывает с гранаты Фетиша. Тем не менее, пытаясь прятаться и отфлешить мид-карты, становится жертвой Эйзи. И в этот... Ну, в эту самую секунду Virtus.pro уже понимают, что здесь может быть даже не атака на апленд. Это может быть просто агрессивный мид и фейк. Впоследствии... Кстати, бомбу сейчас должен был видеть бицепс. Пытается из-за дыма увидеть. Понимает, что она там лежит. Эйзи выходит справа коридора. Застает врасплох первого. Но в пленте ТАСС, о котором было неизвестно до этого. И ТАСС должен тащить 1 в 2. Пимп начинает операцию «Побег из тюрьмы». И бежит моментально на бэплэнд. Ника защищает проход также на бэплэнд, чтобы ТАСС остался на до последних секунд этого раунда. Ну и, по-моему, у датской команды проблем здесь возникнуть с установкой бомбы никаких не должно. Ну, Витя даже не идет. Виктор Войтас даже не идет контролировать хоть что-то. Он полностью потерял нить к раунду, либо твердо решил, что будет сейвить. Хотя, знаете, с экономикой Virtus.pro можно позволить себе... И какие-то глупые вещи иногда. Ну, можно поимпровизировать немного, потому что ситуация, по-моему, позволяет.
Но опять же, ВП — это та команда, которая хорошо считает, и я думаю, что у Войтеза свой план касательно этого момента. Как видим, все-таки ТАСС пошел искать приключений. 10-2. Денег, кстати, не так уж и много у них. Правда, у Нео 16 тысяч. И у Снекса то же самое практически. Ну вот Бьёли, например, скупился и пустой остался. Ждет дропа. Сейчас узнаем, чей кольт. Так, АВП у бицепса. Ну и Virtus Pro сразу дают изоляцию. Ника будет пытаться ловить буст. ТАСС, минус Скайрбай, минус Пимп. Хорошее начало. Ника так и не сыграл на Б-планте с АВП. Ну, короче, первые 5 секунд и нету просто всей команды Депанью. Все. Остается лишь Эйзи и красный фетиш. План перехвата от Virtus Pro сработал. ТАСС без шансов для фетиша. Ну и, в общем-то, Эйзи с бомбой пошел охотиться хоть за каким-то фрагом. Он сейчас может Снекса убить. Он может вообще минус 2 сделать спокойно, если постарается. Но Снекс ошибается. 3-1. Эйзи идет чекать ТАЗа. Инфа была, то, что ТАЗ прошел. ТАЗ, кстати, начинает действовать сейчас крайне нагло. И это может сработать в пользу датского игрока. Тем не менее, Эйзи ловит, не ловит тайминг. Ой-ой-ой, чуть-чуть не хватает терпения при 40 секунд до конца раунда. Но он думал, то, что ТАЗ идет не на шифте. И в итоге Виктору Войтезу просто элементарно везет. И везет, по-моему, даже... Это мягко сказано. 11-2. Но Эйзи выглядел заблудившимся. Что ж, продолжается экшен на первой половине второй карты. Напомню вам, что счет 1-0. Virtus Pro уверенно выиграли пик датской команды карту The Nuke. Отказались играть второй картой Mirage. И решили сосредоточить все свои силы, все свои действия на карте Cobblestone. Ну, либо они понимают, что датчане не просто сейчас сырая команда, а у них еще что-то не готово. Либо... Virtus Pro забавляются. Но, скорее всего, я думаю, они все обо всем знают. Что ж, звездный десант. Первый, второй, третий, четвертый. ТАСС. Ну, это герой дня просто сегодняшний. Вот у ТАЗа сегодня действительно раз, два, три, четыре, пять. Вы по очереди падаете на мой прицел опять. 12-2. Ну и надежда на то, что счет будет 12-3, крайне мала. Потому что экономики у датчан нету. Опять же, статистика на ваших экранах. 3-0 13, 3-2 14, 6-1 14, Пимп 6-3 13, 10-2 13, Эйзи. Virtus Pro. Так, Снекс вообще решил полностью психануть. Вот эта встреча. Поцелуй смерти от Снекса. По-другому это никак не назвать. Все в упоре, все слишком нагло, дерзко. ТАСС аркадит, минус фетиш. Будет или нет? Нет, черт, ТАЗа отстрелили. Ну и счет становится 13-2. ГХ пишет Пимп. Я не знаю, сарказм это или не сарказм, но выглядит это весьма странно, потому что хорошего в этой половине было лишь 2 раунда для датчан. Что ж, вторая половина. Вторая половина, вторая карта, первый пистолетный раунд. И давайте смотреть, что будут делать Virtus Pro. Ну, скорее всего, они будут делать какой-то наглый фейк, потому что у них 4 декоя. Один человек на пробросе. Это Нео, смок, флешка и граната. Весь его арсенал. Смотрим на Virtus Pro. Быстрые действия в сторону Б-планта. Кубский должен был уже, наверное, что-то сделать. Virtus Pro вываливаются. Датчане их, в принципе, здесь поджидали. Минус 4 защитный... 4 поляка в секунду. Вот все, что сейчас мы могли видеть, это 4 поляка в секунду. И Филипп Кубский, у которого есть дым и граната. 13-3. Что-то мне подсказывает, что эта карта будет сторонней. Вот, знаете, я этого боялся больше всего, потому что смотреть сторонний матч, это, наверное, самое... Сторонний... Именно на сторонних картах матчи в интернете, это самое, наверное, неблагодарное дело. Потому что, ну вот мы в первой половине... Просто наслаждались, в кавычках, игрой датчан. А теперь, по-моему, Virtus Pro, ну, либо они покажут себя на девайсном, либо все будет абсолютно идентично первой половине. И мы с вами увидим либо овертайм, либо какую-то невероятную победу. Хотя что-то Virtus Pro совсем делают непонятные вещи. ТАСС пропушил до почти перемычки. ВП выходит на Б-плент. Уже численное преимущество есть. Правда, Пимпа все еще не прошли. И тот разыгрывает максимально круто. И сажает Нео. Ситуация не впатовая, но очень тяжелая.
Ну, даже вот не смотря... Ой-ой-ой, ну тут уже все, тут уже надо давить, давить игрока. Все, на пленте пусто, ВП этого, по-моему, еще не знают. Пытаются дальше доигрывать ДБ плента, подбирается скаут с Нексом. И Пимп его перекрывает. Бьёли, минус фетиш, надо забирать бомбу. И Бьёли! Ой-ой-ой, Virtus.pro, какие просто они четкие. 14-3. Ну, после такого Cobblestone, я уверен, датская команда, помимо того, что будет собирать весь свой тимплей воедино в следующих матчах, так они еще, наверное, должны Cobblestone потренировать, потому что против них точно любая команда, которая в группе Б, которая играет Cobblestone, захочет его не вычеркнуть и пикнуть. Не, ну, по Черку понятно, что, скорее всего, фетиш, когда черкал карты, кстати, черкал карты не фетиш, а Ника в скайпе вместе с Пимпом, там было понятно, что... Ну, знают, знают датчане, как бы, да, какие карты действительно для ВП будут неудобными. Ответка от Ника. Ответочка от Ника, друзья, со скаутом. Расправляется на дальней дистанции, фетиш выходит в аркаду в спину, пытается... Ну, с диглом-то, конечно, да, красавчик. Просто молодец. Я не знаю, что он сейчас пытался сделать. Попасть, пытался попасть, но бомба будет, опять же, разыграна в упоре. ТАСС тоже остается стоять в нычке до последнего. Ник играет на чек. Минус от Кубски. 3 в 3. И вот такой вот поворот событий. И фетиш просто идет пешком, хоть, чтоб хоть кого-то увидеть. Хоть кого-то увидеть. Никого не видно. 15-3. И, по-моему, изи-пизи на второй карте. При том, что это действительно очень грубый счет. Но датскую команду мы критиковать не можем. Опять же, господа, уважаемые зрители, вы все прекрасно знаете, что коллектив издания, откровенно говоря, сказал честно, что мы не готовы. Не то, что не готовы, мы сырые. Мы сырые, но потом, может быть, что-то будет. Что ж, ТАСС Нео по минусу. Подловили ТАЗа и Снекса. Опять-таки, вот этот вот суперлифт, который заканчивается... Либо провалом, либо удачным выходом. Кэрбай. Ой-ой-ой, какая проигранная позиция. Фаззум от Ника не сработал. Пин последний, 1-2, 16-3. 16-3, ГГВП, друзья. ГГВП пишут игроки обеих команд. Это действительно хорошая игра для Virtus.pro. Не очень хорошая для команды изданий. Но свою победу датский коллектив сегодня уже забрал. Что ж, вернемся, наверное, к результатам сегодняшнего игрового дня. Датчан сразу, конечно же, можно поздравить с тем, что они действительно молодцы. Они очень четко отыграли этот матч. Ну, не этот, предыдущий матч они отыграли очень четко. Они обыграли сегодня Pentosports. Pentosports тоже находится на стадии, когда команда только-только учится взаимодействовать с новыми игроками. Ну и пожелаем им, наверное, удачи уже в завтрашнем игровом дне. Друзья, репортаж группы Б. Репортаж группы Б вы можете найти на сайте ksgo.starladder.tv. Там, в принципе... Группа Б — это HellRaisers, Virtus.pro, датчане, ДП и Pentasports. Pentasports сегодня уступила свои матчи со счетом 2-0. 19-17. С таким счетом закончился первый игровой день для датчан. Они обыграли на Dust 2 на пике пенты хозяев карты. Ну и свой пик они забрали практически такой стабильной, спокойной, ровной игрой со счетом 16-11. Virtus.pro обыграли датчан со счетом 2-0, 1-16 на нюке. Ну и в полный салат на карте Cobblestone. Кстати, пик Cobblestone — это было главной неожиданностью, наверное, для датской команды. Забегая немного вперед, сразу скажу, что завтра нас ожидает второй день группового этапа группы Б, где мы с вами увидим дебют команды HellRaisers в рамках SLTV Star Series с новым составом. Они, кстати, сейчас тренируются. Первый матч начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени, в 7 часов по Киеву, 8 часов по Москве. И проведут они его против Virtus.pro, а вторая встреча будет, наверное, даже для капитана команды HellRaisers очень принципиальный, потому что они будут играть против коллектива Pentasports. Это те самые парни, которым они уступили первый тур отборочных в битве за квоту на DreamHack Winter. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал youtube.com/ksltv. Для вас сегодня в студии KSLTV работал Слэм. Увидимся с вами завтра в то же время, в том же месте, в тот же час. Всем всего хорошего.